Классический модный показ уже давно заменили фэшн-перформансы, а участниками дефиле становятся модели разного возраста и параметров. В таком формате был организован проект «Подиум Южного Урала». В этот день на подиуме были представлены последние тенденции сегодняшней моды, креативные и провокационные идеи. Работает целая команда имиджмейкеров, которая с учетом модных тенденций, современных направлений в моде, с учетом детской харизмы и даже, можно сказать, с учетом их цвета глаз, подбирали с любовью, трепетом коллекцию для детей. Визажисты, парикмахеры создавали шедевры из волос. Моя тактика такова: должно быть все быть нестандартно и очень классно и энергично. В данном показе мы показали уникальное экстремальное BMX-шоу, которое покажут не в каждом дворе, не в каждом городе. И здесь собрались лучшие профессионалы именно на BMX-ах и показали действительно уровень. Атмосфера очень приятная, очень веселая, очень дружелюбная, позитивная. И вот такая атмосфера должна поддерживаться всегда. Этот модный показ собрал более 200 моделей. Самым юным едва исполнилось 4 года, самым взрослым уже за 60. Для некоторых участников показа этот выход стал своего рода экзаменом. Сегодня это их финальный выход. Кто-то заканчивает школу моделей, кто-то заканчивает этот учебный год. Это показатель того, что мы добились за весь год. Я хотела модельное агентство записаться. Мы нашли Miss Kids Models. Мы записались, пошли на первое занятие и понравилось. Я продолжала ходить. Видела, что модели такие красивые, тоже хотела быть такой. Я выхожу на подиум 3-й раз, немного волновалась. В целом все прошло хорошо. В фэшн-индустрии всегда большое внимание уделяют работе моделей. Но не менее важную роль играет организация крутого показа, чтобы зрители прочувствовали современные тенденции на разных уровнях восприятия.